Всех приветствую. Итак, что я сделал? Пушку я решил пока внизу оставить. Коробочек для улучшения взял с собой. Наверное, пойду возьму тогда коробочек для улучшения. Он у меня лежит, да, вон там. Ну, в принципе, не сильно далеко. Можно избегать, взять его и сразу что-нибудь еще и скинуть себе. Так, не сюда, вот сюда нам. Ага, не так-то просто назад вернуться. Да, блин, серьезно? Офигеть. На этот раз повезло. Не долетел, а сейчас долетел. И где нам? Направо. Направо. Вот. Нет, не вот. Где карголифт? Вот он. Берем эту штуку. А магнум, видимо, придется выбросить пока. Чисто интерес ради, у нас есть патроны для этой штуки? Угу, есть. Ладно, пусть пока лежит. С зарядами. Так. Это для гранатомета, это для скорпиона. Угу. Даже если я все шоколадки сейчас съем, то автомат в меня не влезет. Но зато я улучшение на него могу повесить. И выбросить пока что магнум. Опять же, интересно, чем они стреляют. Потому что, возможно, бы имело смысл тогда от пистолета отказаться. Ну, поглядим. Частично мы освободили место. Так что там, глядишь, шоколадки слопают, да полегче станет. Вот она сейчас зеленая, можно туда зайти. Так, оказалось. И куда меня это отправляет? Это что, вообще-то башка сюда закатилась. Ух ты! Но можно было и не бегать. Но, с другой стороны, вопрос, что делать дальше? Садиться в следующий лифт и ехать? Потому что вроде как мы тут уже все сделали. Че, переработка, что ли? Странно, что я ее пропустил тогда. Где она у нас? Как в нее попасть? Тут спуститься. Тихо, тихо, тихо. Сейчас разберемся, где она. Туда. Может, все-таки наверх обратно. Не хотелось бы бегать на другие этажи, чтобы просто переработкой заняться. А место мне уже экстренно нужно.
Вот, короче, где-то оно здесь, якобы. Но, судя по всему, сверху или снизу. И хрен его знает. Отсюда эти двое товарищей вылезли. Брата-акробата. Да ладно, я не спущусь теперь? Вы чё, слышите? Охренели, что ли? Может, у меня есть сохранение где-нибудь? Ага, есть сохранение, где я уже проебался. Понятно. Хорошо. Понятно, ясно. Попробую все-таки найти эту штуку для утилизации. Что странно, что я ее вообще пропустил. То есть, возможно, типа она где-то там, да? Так, эту я помню штуку. Не здесь. Абсолютно не здесь. А, и не там, мы там были наверху уже. А тут мы уже вообще в другом направлении ушли. Так что нам надо, видимо, в хранилище будет двигаться. Да, можно рядом с дробовиком пистолет выбросить. Как вариант. А здесь уже 100%? А, нет, защита палубы 4, мы что-то упустили. Где-то мы что-то упустили. И не доломали. Но только на карте этого нету почему-то. Стоит, видимо, поисследовать еще. Возможно, внимательно нужно посмотреть. О, вот она, нашел. Было непросто, конечно. Так. В деньги, пожалуйста. А, снизу вход. Понятно, в чем сложность была. Деньгами обжились. Чтобы там не бегать по радиации. Возможно, надо было тогда и сразу от еды избавиться. Давайте чистый эксперимент ради, пока далеко не убежали. Вот, допустим, я это все съедаю, мне как раз здоровья не хватает, дезинтегрировать. А если я сразу дезинтегрирую? Да, можно и сразу. Не знаю, насколько это эффективно. Но давайте сходим, сдадим то немногое. Сразу в деньги это преобразуем и сможем автомат взять. И сразу же его улучшить. Если что, магнум выбросим. Он у нас все равно без улучшения.
За этот мусор не предусмотрена компенсация. Обидно так-то. Ладно, хорошо. Не предусмотрено, так не предусмотрено, я вас понял. Тогда пойдем заберем автомат в надежде, что нам по пути все-таки попадется то, что мы могли пропустить. Тут что-то. Ну-ка, как туда пройти? Ох, там какой крюк нужно сделать. Еще хрен разберешься, на каком это уровне. Тут же капец этих уровней. А, это я понял. Или не понял. Да, я не туда понял. Раз уж я зашел, давайте мне халявное электричество. Ничего интересного. Спасибо. Здесь я все посмотрел. Хотя, что-то он мне там нарисовывает. Только вот как в это нарисовывает попасть? Интересно. Нигде никаких спусков, ничего не вижу. То есть где-то еще есть недоизведанные локации, я так вижу. Так, это я куда? Что это, туда же попал? Какого черта? Да блин, да поднимите меня нормально. Так, я не понял, что за фигня? Куда мне идти-то? Туда нельзя. Окончательно так можно запутаться. Быстро гляну, что это за лифт такой. Он везет нас. Так, Flight Deck, это мы сейчас находимся. По Executive. Блин, это руководство или что? Или куда меня доставят-то? Все еще отлипнуть не можешь, бедолага. А я вот не помню, как к боссу вернуться назад, чтобы свой автомат забрать, ради которого столько усилий. Так, ну вроде сюда. Лечиться нам пока не надо. Вот, все, я вспомнил. Конечно, меток не хватает в таких вот ситуациях.
Сломанный? Да. Странно, что сломанный не подобрал. По инерции уже должен поднимать. Так, сохранюсь. Эту штуку никак не отключить, да? Жаль. Отсюда патрон-то я достал уже, да. Ну, конечно, некуда. Страшно, вот так сделаем. Хоба. Ты че за КФ-18? Это дробовик, что ли? Улучшает оружие. Скорпион. Че-то я уже даже не знаю, что это такое. Я вообще думал, что это скорпион тот самый. Ну ладно, плевать. А стреляешь ты? Боеприпас, магниевые патроны. Тем же, чем и пистолет, что ли, стреляешь? Как будто бы. Ну, ладно, хер с ним. Буду таскать эту херобору с собой. Там, видимо, все-таки для дробовика улучшение было. Обидно, надеялся сэкономить место. Еще раз, где мы не были? Тут некуда идти. Еще раз, да? Все, вот тупик. Даже если вниз спуститься, то там идти некуда. Да, все, вот это максимум. Дальше которого не получится. Ладно, уходим отсюда. Как туда попасть, все остальные места у меня исследованы уже. Давайте сходим к лифту, на котором мы сюда приехали, с которого все началось. Как к нему пройти-то? Вроде бы сюда. Да. Ну, давайте попробуем удостовериться, что это действительно улучшение для дробовика. Нет, не для дробовика. Некий скорпион, неизвестно, что это такое. Понятно, ясно. Flight Dash Storage. Вот, давайте на Storage поедем. Будем последовательны в своем изучении, этаж за этажом. Хранилище, оно самое.
секунду. Я не был готов к этим товарищам. Готово. А, дезинтеграция черепов вообще ни к чему не приводит. Классно, классно. Опа. Ладно, хоть он не достал меня. Там переработчик сразу же стоит. И тут все в этих красных штуках утыкано. Немножко сложно ориентироваться. Прямо надо мной. Пока дверь открывать не будем. Тут тоже дверь. Тут спуски. Ну, наверное, они объединяются в один. Объединяются в один, но уходят куда-то глубже, очевидно. Да. Красиво. Столько мяса. Ого. Что за звуки? Это сообщение для моей жены. Надеюсь, что это сообщение дойдет до тебя. Все довольно плохо. Если я не выберусь отсюда живым, хочу кое о чем тебя попросить. Позаботься о Пушистике и скажи, что я его очень люблю. Вот бы его увидеть хотя бы еще разок. Ну ладно, зайдем там, посмотрим, что такое. Немножко не был готов к этому. Угу. И куда мне это? А, боцфалы есть у нас уже такие. А, эти штуки еще и не открыть. А, я понял, где мы. Сейчас заберем аптеку.
Дай. Магну мы уже находили, поэтому я думаю, пока мы его уберем, пусть валяется. Улучшенные пушки и вот эту я еще с собой потаскаю. А где еще одну камеру-то я не увидел? Да стой ты. Так, вот стою я здесь. Где камера? А, она там. В смысле, что, в этом, что ли, прямо? Нет, она, скорее всего, за стеной. Все, картинка сложилась. Не был уверен насчет роботов, но я ошибался. Я сделал вылазку за пластидом на склад 1. Пытались меня схватить, я еле убежал. Платформы поломаны, я еще не ушел, но я нашел труп Вонга. Весь облеплен роботами, вот сволочи. Нужно найти безопасное место. Нужно... Мне кажется, я строчку там пропустил, отвлекся. Я сделал вылазку за пластидом, они пытались меня схватить, я еле убежал. А, ну да, ничего не пропустил. Забираем монетку. Закрыто. Вручную. Угу. Так, вот это... Ого. Так, 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 так. Вроде отбились. Немножко не был, конечно, готов к такому нахрапу. Опять, конечно, все разлетелось. Надо, кстати, сходить забрать аптечку. Потом переработаю свои находочки. Вроде ничего не пропустил. Хотя тут вот этот был один чел с автоматом.
Будет забавно, если автомат после улучшения еще больше места будет занимать. Так не лезет хера. Нет, серьезно, а где челик с автоматом, который там гранаты кинул в самом начале? Он где-то там отъехал, что ли? Или его совсем дезинтегрировало в ноль? О. Доступ к станции по зарядке открыт. Ага. Это что это такое? Зачем? Так, давайте запишем, что в хранилище цифра 4. Теперь мигает на мониторе. Хер знает, когда нам это пригодится. Так, эти товарищи-то все отсюда повылазили, да? Фонарик к нему и верните. Угу. Так, а если стрельнуть в эту ебанину? Видимо, для роботов они тут подаются, чтобы они меня атаковать могли. Ну, вроде больше ничего тут для меня интересного нету. Ну, карту добить так, может, чтобы углы отрисовались и все. Камер тут тоже нет. Значит, локация минутка какая-то. О, приветики. Знал бы, что ты тут. А вон ты где. Там что-то есть. Но как туда попасть, пока неизвестно. Тебя я смотрел, смотрел. Же тут все одинаковое, а? Капец, конечно. Пойду сдам на переработку. Тут немного мусора, который я насобирал. Аж 9 монет. Так, аптечку я, наверное, сюда поставлю. И в случае пиздеца схаваю ее. Эдвард Пьера. Забираем все. Все, что ли? Что-то маловато. Подождите, как-то. Там есть еще куда сходить. А, во, дверь нашли какую-то. Так. Ой, как засвечивает-то.
с этим разобрались. Хм, башка сюда улетела. Так, карголифт здесь. Переработать. Офигеть, у меня уже даже здесь битком в грузовом лифте. GV76, KF-18. Куда это все девать вообще? Вот это уже не вылазит. О, тот уже. Да в смысле, даже так не вылазит. Офигеть. Не надо мне больше этих ваших улучшений. Господи, точнее аптечек. Просто вот такую пушку-то я еще вообще нигде не находил. Она прям какая-то супер полезная, как будто бы. Поэтому не хочется ее выбрасывать. Автомат-то вот есть подозрение, что найду еще. Хм, показалось, что кнопка какая-то. Девять патронов для нее, а так 45, 183 для пистолета, просто охренеть, девать некуда. А таких 87. А чем они отличаются? Типа сейчас кинетические патроны, патроны с тефлоновым покрытием. Пробивание брони. Опа. Ты враг или друг? Так, ясно. Ты враг. Который не смог войти в гравилифт. Горилла-тигр. Ничего себе. Это что-то интересное. Это, видимо, из тех садов, про которые там говорила она. А тут у нас что? А тут хрен знает что. Пароля от Storage 9 я не знаю. Так, где еще? У меня вон там дверь осталась. И вон там. Но вот это вроде-то не открывается. Но... Да, сторож 4 хз как открыть. Она, видимо, там через сторож 9 открывается. Других мыслей у меня нету. И какая еще дверь у меня не открыта? Кстати, я в своих мотоботах могу туда попытаться запрыгнуть. Только ничего там полезного нету. Хм, еще и разбились немного. Не будем тратить драгоценную энергию и здоровье.
Так, следующая дверь, которую я не открыл, это вот эта. Нет, вот это, да. Потому что вот около той-то я только что был. Угу. Тут все просто, благо. Дергаешь за рычаг, получаешь результат. Сохраняемся уже в момент ее открытия. Отлично, там следующая дверь. Ну, действительно, что еще-то мне нужно, кроме как следующая дверь. Хайден Барбазетте. Дверь заблокирована. Эту пока трогать не будем. Всякие разные места можем так пройти, понятно. А тут что у меня недоизведано? Все. Ну, куда сунемся? В сторож 7, наверное, давайте сходим. Летайте, пацаны. Чего, не в состоянии залететь, что ли? А второй твой друг где? У вас же двое было. Сабо, ты говорил, что Дан ведет себя странно. Вот тебе еще в коллекцию. Роботы зачем-то начали переоборудовать склады. Хранилище 5 похоже на какую-то адскую головоломку. Еще и реактивные лифты повсюду. Это явно проделки ИИ. Маклеод бы в жизни такое не согласовал. Чуть отвлекся, я ничего не пропустил в этом сообщении. Ничего не пропустил, в целом понятно. Это свет. Тоже, видимо, свет. Ну ладно. Что там? Подходы еще посередине лежат. Не помню уже, в каком письме было, где говорилось, что на ком-то из складов там что-то, какие-то пистолеты будут лежать, что-то еще. Угу. Хе-хе-хе-хе. Ну, пока никаких адских головоломок тут не вижу. Тут даже без буцефал запрыгну. Бля, ну ладно. Серьезно? Блин, надеюсь, я сохранился. А, ну я вот здесь сохранился. Хорошо. А вот в буцефалах я могу перелететь просто-напросто. Конечно же, некуда.
Ой! Так, это кто меня атакует и откуда? Давно вас не было. Ну и где ты? Не попадает в меня совсем, а? Все, готово, зараза. Надеюсь, этих штук не выпустят больше. То есть как начнут с-под земли вылазить, как это обычно бывает. Я спрятал старый прототип защитного ранца вместе с пластидом. Код к двери в хранилище. Мой диктор поврежден, надеюсь, ты прослушаешь это. Пауль Нунес. Девятьсот, сколько там? Хранилище. Окей. Хранилище, ранец. Ладно, будем что-то похожее искать, себе отметил. Туда пока не пойду. Ричард Винфилд. Привет, Сабо. Я тут нашел кое-какие странные ящики во время инвентаризации. Как у нас называются самоходные церебральные установки? Что-то не припоминаю такого, в базе данных их нет. Что мне с ними делать? Это, видимо, на которых вот эти турели передвигаются. Сканер штрих-кодов. Для складской системы станции. Места уже нет совсем. Так, ну пока не совсем понятно, куда мы идем. Блять! Караулил меня скотина. Пустой склад. Что у нас тут? Данные сами себя не перепишут. Придется самому добираться в хранилище данных и восстанавливать поврежденные записи.
Шадан отслеживает каждую сеть, так что работать удаленно не вариант. Есть... Я хорошо знаю систему хранения, так что если у кого-то есть шанс проскочить, то это у меня. Если же я не справлюсь, что ж, передайте жене, что я ее любил. И что старался как мог. Все проверили, да. Так, вот это ожидаемо было. Ладно, хорошо. Но она не очень умная, оказывается. Или я не очень. Бля! Осколочные гранаты у меня уже через край лезут. Все, теперь ворота никогда не закроются. Это что вообще тут такое? Так, оставим пока. Судя по трупам, я здесь был уже. Появились небольшие сомнения на секунду. Хауф Ральф. Что, может, тут в этом есть какой-то сакральный смысл? И можно наверх запрыгнуть? Да, в этом был сакральный смысл. Пусть и небольшой. Так, а сюда непонятно зачем. Когда уже мне эти гранаты перестанут давать? Но уже девать их некуда. Чё за спуск такой резкий? Вижу, там пацаны ходят, меня ждут. Пока не полезу. Что происходит? А-а-а.
оно что. Так, осколочная. Три гранаты и нету. Я там еще кого-то кокнуть умудрился по пути. А, или это остатки его. Да, похоже, это то, что от него осталось. Защита палубы уже 7% всего. Неплохо прыгаешь, букашка. Я еще и стреляю неплохо. Один из видов боеприпасов закончился. Ну, хоть что-то я отстрелял, а то уж. Что там? Да, 112, 45. Да. Угу. Надо буцефалы выключить. А, это откуда эта ёба машина вылазила? На меня. Ну да, башка исчезла, правда. А жопа осталась, валяется еще. Угу. То есть мне снова придется проделать этот финт ушами. Что ж. Надо, наверное, от мин уже будет избавляться по чуть-чуть. Столько таскаем их с собой. Так, секунду. Да, твою мать. Ладно. Я это приму как... свою ошибку с гордостью. Что пошло не так-то? До этого-то почему все работало? Да ёб твою налево. Не хочу я подниматься по 20 раз. Ура. Угу. То
здесь внизу не переключается, а тут переключается. И ради двух батарей. Ну, пойдет, ладно. Эй, в смысле? Это все? А зачем я сюда шел? Просто чтобы попасть в ловушку? Класс. Ну, раз нечего здесь больше делать, то можно и уходить. Да, обидно, что эта штука не работает. Потом придется снова через верх туда залазить. Только туда осталось. Да ты, я еще не ходил. Ну вот сюда вижу. А, ну вот сюда еще не ходил, да. А как маркеры ставить? Надо его уже практиковать это активно. Чтоб не забывать, где я не был. Тут еще по горячим следам я что-нибудь поставлю, конечно. Во, нормального размера хоть стал. Ну, пока как-то так. Ладно, не буду увлекаться там. Посмотрим, что тут у нас. Готовы? Готовы. Ну, я в своих мотоботах могу тут просто перелететь, как нифиг делать. Но мне интересно, что внизу и как авторы это задумали. Ну, по крайней мере, на эту платформу надо прыгнуть. Ага, а на ней ничего интересного и нет. А тут? И тут тоже. Вот это больно, не надо так делать. Оп, синхронно упали. Ждите, я скоро к вам приду. О, пёс долы. Кнопки. Не успел, не успел. Сейчас мы с тобой повоюем. Эй. Серьезно. Да охренеть. Так, в такой подмоге я не ожидал.
даже ничего интересного у тебя тут нету. Но за засаду спасибо, конечно. Еще можно стрелять в эти бочки, которые они поднимают. В принципе, эффективно получается. И они у них в руках взрываются. Угу. Восстановили дорожку. Ну, тоже хорошо. Так, а ты где ствол просрал? Вот он. Угу. Что еще? Так. М-граната осколочных начинает накапливаться. Так, ну по карте вроде все открыл. Ну да, эти самые штуки. Сейчас еще пистолетики переработаем. Да твою мать. Ну куда мне это? Ну куда? Мне влезет, конечно, но... Всего. О, два медкита. Класс. Как раз, чтобы битком ходить набитым. Ясно. Ну, давайте посмотрим, что там внизу. Только цивильно туда спустимся. Оно. Ну, какого-то практического смысла, видимо, здесь нету, кроме как получения веса на дробовик. Возьму-ка я тогда эту штуку и достреляю ее. Так, ну-ка. А так, сколько у меня патронов? 75, побольше. Ну, пистолет отстрелял, и тебя отстреляю. Гусеничная ерунда там больше не вылазит. Так, скорпиончики, которых я тысячу лет не видел.
Давайте оставим эту локацию уже на следующую серию. Она слишком большая, я уже подутомился, если честно. Так что всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока.